Парни, парни, а где просмотры? Что где? Просмотры где? Они закончились давным-давно. Дорогу! До свидания, Евгений Павлович. До свидания, орлы. Чтоб после 11 все давили на массу. А вы тренер? Ну, вроде как. А посмотрите меня, пожалуйста, я хочу кунг-фу. А просмотр закончился ровно полчаса назад. Я сел не на тот автобус. Ну, значит, у тебя с головой нехорошо? Или ты слепой? Ни в том, ни в другом варианте ты мне не нужен. Пожалуйста, мне 17 лет. Тренироваться больше негде, сами же знаете. И что? Вот и что, что тебе 17 лет? А прийти тебе надо было в 14. Еще. Не пойдет. Беру свои слова обратно. Как звать? Коля Ширяев. Завтра в 9. Ширяев. Коля. Будет нас новый капитан. Пойдем. Дружище, а мяч кто возвращать будет? Понял. В горницу вошла, тихо дверцу заперла, под окно за пряжу села ждать хозяев. Всем привет. Яблочек. Ты что так поздно? Гулял. Ты почему ребенка мне не привел домой, а? Привел. Я что-то не поняла, кто врет из вас? Я. Мам, ну я на просмотр в клуб Борей опаздывал. Ну и что, взяли тебя в клуб? Завтра скажут. Дашь 50 рублей на автобус? Че, каждый день туда-сюда 50 рублей? Мам, ну может не возьмут еще? Плаще вон иди возьми. Но мы не потянем таких трат, Коля. Да знаю. Спасибо, мам. Ладно, я спать. Спокойной ночи, малыш. Ротелло, и что это происходит у нас такое? Это что за дела? Ты чего меня сдал? Ну, оно как-то само сказалось. Я плакат Рова повесил. Ров. А можешь ко мне на репетицию прийти? Там учительница стихи раздала. Ну, если смогу, приду. Все, давай спать. Евгений Павлович, приветствую. Здорово, Сергей Владимирович. Ну, как молодежь? Ты знаешь, вот этот вот Ширяев интересный малый. Ну что, тогда будем брать? Я еще ничего не решил. Будем смотреть. Ты же знаешь, он в 17 лет Марадона, потом берет и сдувается. Футболистами не интересуюсь. Mm-hmm. Поэтому все время на стадионе? Ладно, я не футболист уже. После такого меня не возьмут. Да и тренер зверь. Зверь? Что-то дочуня, мне желудок прихватило. Это ваша дочь? Ты зачем мне Роберто Карлос вратаря изувечил? Забить хотел, не рассчитал.
Удар у тебя сильный, у тебя голова слабая. Все, я понял. Куда пошел? Иди сюда. Завтра в 10. Так меня взяли. И не опаздывай. Пап, что с желудком-то? Отпустила. Вперед мяч в руки! Спасибо. Свободен. Ширяев. Вставай, прописываться будем. Да пошел ты. Чувак, ну так в команду принимаем. Я уже в команде. Ты что, борзый? Ничего, обломаем. До свидания, Евгений Павлович. Тихо! Почему ребенок один домой пришел? Мам, Борея за опоздание выгоняют. Меня на работе тоже, знаешь, выгоняют. Хотите вот так вот вкусно есть? Мам, да нормально дохожу, я уже взрослый. Взрослый. Ну ты пойми, если у меня будут успехи, я могу попасть в премьер-лигу. Ты мне ребенка домой приведи, потом хоть в премьер-лигу, хоть куда. Тук-тук, не помешаю. Здрасте. У вас не заперто. Николай. Очень приятно. Мы не знакомы, но ты, наверное, меня видел на стадионе. Сергей Владимирович Брилев, директор клуба «Борей». Мама? Да, Колина мама, Людмила. Братик? Натворил уже что-то? Нет, пока ничего. Ваш сын очень перспективный спортсмен. У него хороший удар. Сильный, точный, четкий. Его папка научил. Папка? Где у нас папка? В тюрьме. Мы сюда переехали, чтобы передачи носить. Понятно. Ага. Понимаю. Людмила, Николай, вы, наверное, слышали, что у каждого спортсмена сейчас существует агент. Да. Нет. Существует. Я готов стать агентом Николая. Согласен? Согласен. Условия? Любые. Прекрасно. Прекрасно. Нет, подождите, а нам это зачем? Это деньги. Очень хорошие деньги. На ближайшую игру я приглашу селекционера из Ростова. Очень хорошая команда, премьер-лига. Ладно, не буду отвлекать. Кушайте. Приятного аппетита. Спасибо. Я же говорю. Это моя форма? Да. А кто обрезал? Ты прописку не прошел, анкету не заполнил, размер не указал. А Васькович все сделал. Как я играть в этом должен? А вот это уже интересно. Ну что, мужики, поехали? Эй, болей, ты всех сильней! Эй, болей, держись бодрей! Вон он, 11 номер. А почему он одет так странно? Ты не смотри, как он одет. Не смотри, как он по мячу бить будет. Что творишь? Я открыт был. Я тебя не видел. Ну, говорил тебе? Ну да. Молодец, что понял. Так, где Ширяев? Ширяев! Ширяев, что это за форма нетрадиционной ориентации? Карасев,
Ну-ка, выдай ему второй комплект. Я знаю, что у тебя есть. Потом за эти шутки ответишь. Значит так, они сейчас всей командой ломанутся в атаку. Поэтому, Карасев, Ширяев, хватит топтаться в чужой штрафной площадке. Давайте домой, мальчики. Домой, 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 домой. Значит, личная персональная опека. Ты берешь правого защитника. Карасев! Да. Ты берешь левого. И все! Поехали, поехали! Братан, что происходит? Ты что, нормально играть не можешь? Евгений Павлович, ты что сказал? Личная опека! Отвали! Что значит отвали? Нас сейчас собьют! Ширяев твой сдох. Да что ты? Пацан два гола закатал. В первом. Второй вообще с 35 метров. Что еще нужно для форварда? Но потом-то сдох. В общем, пусть выносливость потянет. А там поговорим. Что сейчас было? Вот это сейчас, это что было? А? Это футбол? Это вот была персональная опека, про которую я только что говорил, да? Вы кому проиграли? Этим дуракам все по жопам ходят. По жопам! Это дворовая команда! Вы кому проиграли? А что произошло? Капитан, что произошло? А я вам сейчас расскажу, что произошло. У нас полкоманды после 12 в интернете сидит, с девчонками переписывается и в игрушки играет. Чтоб телефоны все выбросили нахрен! Евгений Павлович, вы таблетку выпили? Что? Вы таблетку выпили? Лиза, Даша, быстро. Ширяев, иди сюда. Скажи мне, тебе вообще человеческая самка вынашивала? Это вообще что было? Я тебя спрашиваю, что это было? Ты забыл, как в пазмы играть? Ты хочешь играть один? Иди в боулинг! Шары катай! Папа! Папа! В боулинг, говорю, иди, шары катай! Папа, таблетки забыли. Пойдем? Пойдем, дочь. Простите, мы же успели. Последний раз пускаю. В следующий раз до второго урока будете ждать. Хорошо. Давай. Вань, я тебя заберу после уроков. Ширяй! А? А чего мы опаздываем? Евгений Павлович, я брата в школу отвожу. Это здорово. Семья – это святое, но ко мне опаздывать нельзя. Поэтому иди вон, три круга в нагрузку. Иди! Ты мне морды здесь не строй! Павлович, слушай, чего ты его так грузишь-то, а? Где я его гружу? Ты вон лучше посмотри, что у него с физикой. Он вчера еле ноги волочил. Ну? Думаешь, проблема? Ну, я не знаю, проблема или... Вот что. Отведи-ка ты его к доктору. Там, по-моему, проблемы с питанием. Приятного аппетита. Что это, брателла? Каша из двух круп. Гадость, хочу сосиски. Вань, мне спортивный доктор прописал кашу, чтобы я сильным был. И если ты сосиски будешь есть, а я кашу, ты представляешь, как мне завидно будет? Поджали, оранжевые!
Шири, Рома! Ширяй! Ну-ка, пойди сюда! Пойди ко мне! Это что за пляжная походка? Ты что здесь пасешься-то? Тебе здесь медом намазано! А в таблетку? Подожди! Ты ждешь, пока тебе мячик на лапу прилетит! Куда пошел? А ну-ка вернись! Все! Отстранен от тренировок! Почему? Пока тяну! Будешь кромку топтать, пока бегать не научишься! Вперед! Пап, что ты так нервничаешь? Ну не стоит он того. В том-то и дело, что стоит. Даш, привет. Слушай, не хочешь погулять как-нибудь, сходить в парк или еще куда-нибудь? Я же сказала, я не интересуюсь футболистами. Тем более такими, как ты. Какими такими? Ты самовлюбленный, взбалмошный эгоист. Кроме себя ничего не видишь. Вот точняк свою папку описала. Самовлюбленный и взбалмошный. Ты про Палыча зря так. Он мужик нормальный, когда на таблетках. А так крышу сносит. Его жена бросила, один дочь воспитал. Вот теперь она о нем заботится. Даже академ взяла в своем фотоколледже. А что с ним? Немотивированные вспышки гнева. Из-за чего? Да бог его знает. Бурная молодость. Мам, ну дай колбаски. Вань, ну ты же знаешь, это папе в тюрьму. Мама, а если я буду в тюрьму, ты мне тоже будешь колбаску присылать? Ты что говоришь, что такое, а? Болта. На, вот тебе кусочек. Беги уроки делай. Руки только вытри от колбасы. Мам. Ау. Привет. Привет. Слушай, у нас гости. Сергей Иванович, проходите. А. Людмила, приветствую. Здрасте, здрасте, здрасте. Обедаете? Да нет, вот мужу посылку собираем. Понимаю, понимаю. А у меня хорошие новости. Николаем заинтересовался селекционер из Ростова. Ну, отборщик. Футбол. Угу. Вот. И я думаю, если дальше мы будем работать в том же духе, то через год он будет играть в премьер-лиге. А это, извиняюсь, зарплата в полмиллиона. Полмиллиона в год? Почему в год? В месяц. Давайте контрактик подпишем. Ой, нет. Мне надо с мужем посоветоваться. Угу. Удар у тебя такой редкий, профессиональный. А вот физическая выносливость хромает. Да я бегаю с нагрузкой, на диете сижу. Ну и молодец. Только ты результатов достигнешь через год, через полтора. А за это время Палыч тебя из основного состава выкинет. Уже. Он запретил со всеми тренироваться. Вот. Вот тоже. А на скамейке запасных тебя покупатель не разглядит. Хочешь честно? Ты привык у себя там в тьму тараканишь, на тебя вся команда работает. А здесь этот вариант не пройдет. Есть одно средство. Ну, оно такое, медикаментозное. А это запрещено? Скажем так, не приветствуется, но, слава богу, не Олимпийские игры, не чемпионат мира. Покулишься год-полтора, а потом забудешь, как страшный сон. Нет, Сергей Владимирович, я не могу. Как знаешь, как знаешь. Мать у тебя из сил выбивается. Отцу сможешь нормальные сигареты посылать, а не солому. Подумай, подумай. Thank you.
Так, 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 хорошо. И давайте быстрее, это третий круг всего. Давай, 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 давай. Вот. Ширяй. Красёв, 15.02, молодец. 15.27, хорошо. В 18.02. Покойники бегают быстрее. Сам уколоть тебя сможешь? А куда? Ну, не в задницу же. Не знаю, можно в плечо, можно в ляжку. Где мяса побольше? Плечо. Держи. Ой. Смотри, дальше сам будешь. Отрываешь. Открываешь. Смотри, чтобы воздуху не осталось. Давай, решительно. Дубу березу, кругом зима, жестокая пора. Красные на них. Постойте. Слезы. Опоздали. Придется до второго урока ждать. Не, не придется. Вань, садись здесь. Ага. Значит так, сидишь здесь и отсюда ни шагу. Понял? Отлично. И никому ни слова. Договорились? Эдик! Винкельбаум! Иди на ворота, родной, иди! Так, Роберто, ты куда нафундырился? Ты по индивидуальной программе. Евгений Павлович, я и так каждое утро бегаю. Я играть хочу. Ты играть будешь, когда будешь в форме. Красёв! На тебя смотрит вся страна! Что читаешь? Комикс. Интересно. Да. А ты чей? Я Ваня, брат лучшего футболиста. Кто у нас лучший футболист? Колясик. А, Ширяев. Что ты тут делаешь? В школу опоздали. Коля на тренировку опаздывал. Он меня с собой взял. Только вы никому не говорите, особенно маме. А папе можно? А папе не скажете, он в тюрьме, а телефон там не работает. Извините. Ничего страшного. Ну чего, хватит тебе бурлачить. Иди вставай во второй состав. Я могу и за первый. Да они с тобой не могут. Давай, иди. Смотри, что у меня есть. Ты, наверное, проголодался. Нет. Выбирай. Винегрет или сосиски с картошкой? Сосиски! Я так по ним соскучился. Второй состав. Разбираем жилеточки. Сыграем короткую. Тайм 20 минут. Давайте разбирайте, что вы сели. Ширяев, положи жилетку на место. Иди играть в основу. Правый край. Евгений Павлович, спасибо. Я 45 лет, Евгений Павлович. Это только сегодня. Дальше посмотрим. А ты что, без шины? Вы что, поссорились? Хватит ржать! Встали и побежали!
коротенькая маечка. Ты не меня ищешь? Пацана лет 7 не видела? Видела, он болтался где-то с этой... с Дашей. Угу. Что это? Мой телефон. Зачем? Ну, позвонишь, если что. Ты чего? Ты же мне обещал на трибуне сидеть. Ну, колесик. Это я его сюда привела. Он все время был со мной. Хорошо. Посмотри, что мы с Дашей нарисовали. Пиратский корабль называется Борей. А еще мы с Дашей договорились пойти в кино. И тебя возьмем, если хочешь. Вань, вообще-то мы договаривались. Мама меня одного не пустит. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Вань, я пойду переоденусь, а ты меня жди, пожалуйста, здесь. Договорились? Чудо-юдо. Вот так бы всегда, ты такие крутые фланги крутил. Ты хорошо открывался. Чувак, мы сегодня с девчонками в кафе собираемся, айда с нами. Не могу. Мне еще брата домой везти. Красёв! Забирай девчонок и по домам. Сейчас, подожди секунду, побудешься. Евгений Павлович! Что? У меня к вам разговор есть. Давай, разговаривай. Я насчет Ширяева. Можете его на первенство снова ставить? Он тебе заносит, что ли? Почему мне никто никогда ничего не заносит? Чего? Это я так шучу, Красёв. Он тебе, значит, 3 раза выдал пас, теперь ты рад до жопы. Какие пасы? Он на выходе прям в лапу кладет. С мячом не жлобится. Ну, я вам как капитан говорю. Хорошо. Я подумаю, капитан, не таскай ты их сюда хотя бы на тренировки в таком количестве. Они сами ходят, футбол любят. А они знают, что такое офсайд? Ну, они знают, что такое Карасев. Что такое Карасев? Ну-ка, иди-ка ты домой, чтобы в 11 баиньки. Евгений Павлович, только подумайте. Я подумаю. Я подумаю. Ванечка. А ты чего молчишь? Ты текст забыл. Не забыл. А чего молчишь? Пусть все выйдут. Вань, так не пойдет. Либо ты читаешь стих, либо нет. Сейчас, одну минуточку. Вань. Ты чего? Я не могу, как посмотрят. А когда я смотрю, можешь? Нет, ты же с ними. Ты же пиратом хочешь стать? Да. Ну? Так они же ничего не боятся. У пирата есть команда. Вань, я твоя команда. И я буду тебя слушать. Учись у них удумать. Учись у них удумать, да. Ребят, давайте поддержим Ванечку. Учись у них у дуба, у березы. Кругом зима, жестокая пора. Напрасные на них застыли слезы, и треснула, сжимаясь, кора. Все злее метель, и с каждой минуты сердито рвет последние листы. И за сердце хватает холод лютый. Они стоят, молчат, молчи и ты. Молодец. Ты завтра обязательно на концерт приходи, он без тебя не справится. Хорошо. Учись у них, у дуба, у березы, кругом зима, жестокая. Пора, напрасно, на них застыли. Нажимайся, кора, залей метель. Вы что не спите-то? Я вон вам уже суп на завтра наварила. Мам, какая ты у нас красивая. Да-да, красивая. Да, ты красивая. Дурачки какие, а? Все, ложитесь давайте. Мам, 450 рублей можешь дать на кино? Сколько? 450. Ну, а Даша обещал. Какой Даша? Которая в коляску влюбилась. Ну, возьмите в кошельке. Ой, что с вами делать, а? Придется мне еще одну ночную смену брать. Все, ложитесь, убирай гитару свою. Спасибо. Ага.
опять из-за тебя опоздали. Это за то же. Я же девочка. Садись туда. Почему? Меня вообще-то Ваня в кино позвал. А билеты мы по какому принципу на первый ряд взяли? Принцип Ваня выбирал. Олесик, тут все видно, никаких броских затылков. Мудро, братан. Вот только с девушкой всегда бери задний ряд. Я кое-что узнал. Будешь себя хорошо вести, скажу. Но только после боя. Ты же понимаешь, что Ваня для тебя слишком молод. Зато у него в голове нет всяких глупостей. Глупости? Глупости. Да у меня их тоже нет. Но Ваня ушел далеко вперед. Возможно. Вот только у меня есть одно преимущество. Какое? Я великолепно целуюсь. Евгений Павлович, приветствую. Сергей Владимирович. А чего у нас пацан во втором составе? А этот звездун еще не переломался. А ты знаешь, что его смотрит? И? Слушай, тебе-то какая разница? Ему у нас все равно играть максимум полгода. Все равно потом уйдет. И что? Я ему не папка, он мне не сынка. Мне дали парня, я из него делаю футболист. Ты смотри, как бы судьбу ему не переломать. Это ты смотри, если у тебя в команде тренер, которому ты не доверяешь, который все портит, ты гони его в шею. А если у тебя специалист, у которого ребята в сборной играют, тогда молчи, не давай дурацких советов. Ну зачем так? Можно же все по-человечески обсудить. Но мы уже обсудили. Не мешай процессу. Слушай, ты что, с дочкой Палыча замутил? С чего ты взял? Ты думаешь, этого не видно? Ты что, бессмертный? Тебе какое дело? Мне никакого. Но если Палыч узнает, он тебе яйца открутит. Более того, я попросил его, чтобы он тебя в основу взял. Я тебя не просил. Откатись назад. Ладно, чего Палыч? Сказал, что подумает. Но если он узнает то, что ты с Дашей встречаешься, тебе... Да ладно, Палыч справедливый. Посмотрим. Евгений Палыч, можно вас? Дачуль, иди погуляй. У нас тут будет сейчас мужской разговор. Иди. Скажи мне, Ширяев, ты вообще ничего не боишься? В смысле? Ну, ты вообще ничего не боишься? Ты совсем страх потерял? Это из-за вашей дочери. А при чем здесь моя дочь? Я тебе про футбол говорю. Вот ты не испугайся, если я тебя в основу поставлю. Евгений Павлович, вы с вашими шутками. Значит, слушай, завтра выйдешь с первой минуты. Спасибо. Иди отдыхай. Спасибо. В сетку не залетит. Иди отдыхай. Спасибо. Иди. Причем здесь дочь? Коля. Значит, хорошие новости. Ты включен в основной состав. Угу. Значит, наш план все-таки работает. 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 Значит, завтра игра. Будет селекционер. Смотрит тебя. Предыдущими играми вроде довольны. Понимаешь? Угу. Понимаешь? Угу. Да. Значит, твоя задача – забивай любой ценой. Бери всю игру на себя. Понял? Понял. То есть завтра может вообще все решиться. Не зря же мы все это затеяли. Ты понял? Понял. Уже два раза понял. Не дерзи. Не надо. Я понимаю, сейчас волнуешься. Ладно, давай. Отдыхай. Угу. Удачи.
Я в основе. Поздравляю. А давай сходим куда-нибудь отметим. Может, тебе лучше отдохнуть? Да, какой? Я полон сил. Ну, Ванечка, давай. Учись у них, у дуба, у березы. А говорил команда. Команда. Ты со своей командой вообще о ребенке забыл уже. Ты где шлялся? На тренировке. И что, стоит ему это? Ребенок весь вечер ревет, я его успокоить не могу. Совести нет у тебя. У меня совести нет? Да это у тебя совести нет. Ты даже не знаешь, что он читать должен был. Шла бы ты отсюда, мама. Да я тебе... Иди спать. Спокойной ночи. Значит так, играем нашу обыкновенную схему. 5 защитников, 3 полузащитника, 2 А. У нас в основе изменения. Ширяев выходит с первой минуты. Я, с вашего позволения, продолжу. Если вы, лоботрясы, еще не забыли, что такое тотальный футбол, то вот сейчас то самое время, когда этим стоит заняться. Итак, соперник. 4 защитника, 3 полузащитника, 3 в нападении. Все время лезут в атаку. Бегают, как лошади. Комбинируют плохо. Поэтому рвем все атаки. Все передачи рвем, особенно дальние. А, значит, они большие любители позабрасывать сверху, поэтому на втором этаже не спим. И все! Давайте! Наш Борей! Всех Берей! Наш Борей! Всех Борей! Вот, все, пошли. Смотри внимательнее, я открыт был. Ага. Один. Смотри.
Молодец. Ну, что говорю? Ну, посмотрим, выдержит ли он в таком темпе хотя бы до конца тайма. Он 3 тайма выдержит. День и ночь на стадионе. Тренируется как вол. Ну да. Хорошо! Все паспорт! Погоди! Товарищ судья, ну игровой момент же был, чего? Все, все. Коля, ты можешь аккуратнее играть? По сигналу. С кем не бывает. Всего лишь игра. Посмотрим 2-й тайм. Ширяев. Иди сюда. Ты себя хорошо чувствуешь? Ты вообще в своем уме? Это что за сеанс вольной борьбы ты мне сейчас на поле устроил? Ты хочешь, чтобы тебе красную карточку влепили, тебе сейчас влепят. Защита! Да что защита? Все! Может, хватит газон копытить? Вы на своем поле играете. Бить надо не по траве, не по ногам, а в мяч. Все усекли. Раз усекли, тогда идите, все. Давайте, давайте, идите. А ты снимай, доченька, этот позор. Снимай. И на глаза мне больше не попадайся. Как ты? Не сильно тебе досталось? Ничего. У нас есть 20 минут. 20 минут на что? Алло, Ксюша,
Да, это Коля, коротенькая маечка. Да, ты где? А, сейчас буду, жди. Подожди. Давай сама. Эй, подожди. Ты что, ты скорострел, что ли? Да пошла ты. Или, может, ты импотент, а? Вали давай! Ванечка, иди в туалет, сбегайте. Идите. Николай, вставай. Мам, я сплю. Вставай, я тебе говорю. Руки мне покажи. Ты куда колешься, признавайся? В плечо. Тогда? Это лекарство. Ну, чтобы бегать лучше. Типа как допинг, что ли, какой? Да какой допинг? Просто меньше устаешь. Меньше устаешь, ты здоровье себе погубишь. Ты понимаешь это или нет? Сколько ты раз это делал? Кто тебе это дал? Ну, молчи, давай, молчи. Я сейчас полицию вызову. Они заставят сказать, кто тебя травит. Где мой телефон? Ну, вызывай, вызывай. Вызывай. Пусть меня из футбола попрут нахрен. Вызывай, мам. Давай, вызывай. Куда пошел? Вызывай. Остановись, Коля! Роберто! Тебе тут не жестко спать? Ты как сюда попал? Галеодор, ты оглох? Я тебе что вчера сказал, на глаза мне не появляться? Евгений Павлович, я на тренировку. Евгений Павлович, мне тренироваться надо, Евгений Павлович. Ты тренироваться, Евгений Павлович, я... Оля, на тренировку. Евгений Оля, подожди, ну посмотри на меня. Посмотри на меня, мне в глаза посмотри. Скажи мне, что происходит? Что с тобой случилось, сынок? Ничего. Иди-ка ты, дорогой, домой.
Выспись сегодня, отдохни. Евгений Павлович, меня тренировался, Евгений Павлович. Это я буду здесь решать, кому и чего здесь делать. Евгений Павлович, пожалуйста, я в форме. Знаешь, в чем твоя проблема, Роберто? Знаю. Дыхалки не хватает. Нет. Нет, Коля. Ты ничего не видишь вокруг себя. Причем не только на поле, но, видимо, и в жизни. Хочешь тренироваться, иди тренируйся. Только учти по полной программе. Здорово. Ты куда вчера слился после игры? Не твое дело. То, что ты вчера в одну харю играл, не мое дело. То, что ты вчера красную карточку получил, не мое дело. То, что мы вчера игру из-за тебя слили, тоже не мое дело. Все вопросы к Палычу. OneWin. Побеждай по самым высоким коэффициентам прямо сейчас. Ведь OneWin дает 100% бонус к первому депозиту. Ставь на самые популярные виды спорта и выводи свой выигрыш мгновенно. Регистрируйся и скачивай мобильное приложение, чтобы всегда оставаться в игре. OneWin. Букмекер номер один. Он меня на тренировку пустил. Решение тренера обсуждать будешь? Иди спроси. Я тебя спрошу. Что у тебя с Ксюшей? Ничего. Не гони. Она меня отшила. Говорит, тебя любит. Урод! Вы чё? Нормально всё. Кто там встал? Гречишкина? 10 приседаний. Ширяй, ты прекрати мне мучить инвентарь. Ты хочешь отдохнуть? Иди, вон трибуна. Или работай, или спи. Ширяй, ко мне. Вон шину, видишь? Три круг бегом. А что уснули-то? Коля, а ты чё мертвее трупа? Курс бросил, чё добиваешься? Ничего. Я пойду. Успеешь. Значит, смотри, селекционер в принципе доволен. В принципе. Но, знаешь, красная карточка — это уже перебор. Буду тебя ещё смотреть. Не надо. Я не буду больше колоться. Колются ёжики. Ты принимаешь внутримышечный медицинский препарат. Передумал? Почему? А вы употребляли? Все употребляли. Ну, только там другая система была, устаревшая. До игры красная таблеточка, после игры синяя. Все нормально. А побочные эффекты? Что ты имеешь в виду? Ну… Ну что, что? Ну… Этот… Ну, в общем, не стояк. О, Господи! Это нормальное явление. Это химия, понимаешь? Тестостерон из препарата заменяет твой в организме. Потом бросишь курс, все вернется в норму. Я тебе умоляю, вся сборная через это прошла. У всех дети, жены, любовницы, все замечательно. Если это… А если не вернется? Если это навсегда? Навсегда загреметь во вторую лигу. Вот это навсегда. Тут люди не выбираются. Там спиваются. Там по ночам частным извозом занимаются. Потому что там бабок не водится. Там бездари, там… Идиоты там… Ну, ты же не такой. А мама думает, что я наркоман. Ой. Пиши. Мороз. Корова. Да, да.
Домик. Привет, мам. Здрасте, здрасте. А что я вам принес? Фрукты, овощи, витамины, телятинка парная, белок. О, будущий народный артист. Давай, Людмила, можно нас на секунду? Да. Брателла, русский делаешь? Помочь? Я уже с мамой сделала. В общем, совместными усилиями будем растить выдающегося спортсмена. Я рад, что нашел в вас единомышленника. Если вдруг надумаешь, мама все знает. Ну, пойду. До свидания. До свидания. Ну что? Аванс вон дали. Это все? Да нет, сколько тут? 100 000. Тебе кеды купим. Ваньке вон обувку зимнюю за адвоката наконец просчитаемся. Борщи с уколами, этим было. Успокойся, все, все нормально, мам. Все, остановились. Сейчас будем отрабатывать штрафной. Значит, в стенку встанут Леха, Коля, Илюшка, Илюша и я. Давайте, вставайте в стеночку. Значит, задача. Разберите мячи. Задача. Не попадать в стенку, а попасть в ворота. Ну все, огонь! Стоять! Вся команда, 3 круга, бегом марш! Жиряй ко мне! А какого черта? Это они тебе мстят за матч. За матч не мстят? А то, что я 3 гола забил, а то, что мы в сухую бы проиграли без меня. А что Карасев? Мячик ему не дал, да? А что бы он с ним делал? Ауты, углы? А вы что делаете? Они играть ни хрена не хотят, вот они и забивают. Ну-ка заткнись, Голиадор Хренов. Это ты заткнись, Хидин Хренов. С меня хватит. Что случилось? Ничего. Коля. Мам. Как ты тренироваться-то будешь? Да никак. Конец футбола. Как? Что значит конец? Это ж твоя мечта, Коль. Вон Сергей Владимирович говорит, у тебя все шансы есть в хороший клуб попасть. Опомнилась. Что, понравилось, что футболисты по 500 000 зарабатывают? Коль. Продала меня? Да ты что такое говоришь-то, Коль? Что я говорю? Ты сама знаешь, что я говорю. Вот играл бы себе спокойно дома. Нет. Надо было переезжать сюда, чтобы отцу поближе передачи возить, да? А он о нас думал, когда в эту драку лез. Дурак он.
завтракать? Я завтракать не буду, я в школе поем. Так давай без разговорчиков. Мне тебя еще в школу вести. Я сам в школу пойду. Мне мама же разрешила одному ходить. Ну ты что, обалдел? Ты мне больше не команда. Спасибо, что пришла. Ты меня не интересуешь, это только ради Вани. Объясни, что произошло, я половины не поняла из того, что ты мне говорил по телефону. Короче, я пришел за ним в школу, а мне сказали, что он сегодня вообще не пришел. Мама позволила ему одному ходить, и я подумал, что он, может, с тобой в кино пошел. Надо полицию вызывать. А что он любит больше всего? Папу любит, маму. Сосиски. И пиратов. Колясик! Ваня! Вань! Ваня! Молодые люди! Вам что-то нужно? Да. К вам мальчик не забегал лет 7 в магазин? Я тут, брат! А, мальчик. Забегал. Он пытался украсть детали вот этого костюма. Одна шляпа 500 рублей стоит. Короче, это мой брат, и я его забираю. На. Полиция уже едет. Мы купим этот костюм. Даш, я хотел тебе кое-что сказать. Что? Я тебе деньги за костюм верну, как только так сразу. Не парься, это для Ваньки. Даш, прости меня, пожалуйста, за то, что случилось в раздевалке. Все? А что еще? Ладно, я пошла. Подожди, подожди, пожалуйста, подожди. Послушай, я к твоему отцу очень хорошо отношусь. И он отличный мужик, и тренер то, что надо. Ты его поэтому послал? Ну что, он теперь меня ненавидит? Ненавидит? Да он готов порезать тебя на маленькие кусочки кухонным ножом. Который он сам ради этого и заточит. Да пусть даже тупым. Как мне теперь к нему подойти? Обратно захотят. Отец человек непростой. Я на все готов. И к тому же это все не по моей вине. А по чьей? В раздевалке это не ты. Отца послал тоже не ты. Да я допинг принимал. Ты... принимал допинг? Да, я ничего не соображал. Голову изнутри жжет, в висках стучит. И я становился каким-то психом. Давай расскажем отцу. Что? Отцу? Ты знаешь, нет, мне же еще Ваньку надо домой везти. Вань! Ваня! Иди сюда. Давай как-нибудь другой раз, Даша. Спасибо тебе за сегодня. Пока. Пойдем.
происходит? Пингвины беременные! Моль под нафталином! Быстрее бегай! Давай, давай, давай! Давайте, ребятушки, милые! Ну! Быстрее, я говорю! Куда? Быстрее! Вас быстрее! Привет! Привет! Давайте, ребята! Классно быстрее. Ты этого психотренера послал. Я бы такого козла и 5 минут не выдержала. Ты мой герой. Ну так что? У меня дела. Даш, подожди. Чего надо? Мне бы с Евгением Павловичем поговорить. Он не будет с тобой разговаривать. Я тебя вообще знать не хочу. Даша, пошли. Евгений Павлович, можно вас? Ну? В общем, я... не на допинге сидел. Какой же я идиот. Кто дал? Я не могу сказать. Я спрашиваю, кто тебе дал эту гадость? Стоять! Иди сюда. Я тебе сейчас пришлю телефон врача, специально обучит. Позвонишь ему через час, скажешь, что от меня. В его крови крови немного. В основном тестостерон. Стероиды. Угу. Также психостимуляторы. Да ты что? Эфедрин, Синдакар. Как парня не взорвало. Интересно, а где он взял этот коктейль Молотова? Ты понимаешь, Андрюш, он же молчит, как партизан. Ну чего, дадим парню шанс или пусть подохнет под забором. Андрей Владимирович, можно у вас? Сейчас, сейчас я иду. Ну что, чистка? Тебе видней. Спасибо, Андрюша. Не за что. Чист, но очень слаб. Недели все-таки маловато. Его физическое состояние, пареная репа даст ему фору. Этот текст я когда-то уже слышал в свой адрес. Как твой желудок? То, что от него осталось, замечательно. А вот с головой до сих пор проблемы. Если пилюли не принял, то чердак рвет вместе с трубой. Доченька, это снимать не надо. Встали! Роберто Карлос. Слышь, Пилет, ты еще дверь перепутал? Встань, стой. Евгений Павлович. Что, Красев? А вас теперь кто угодно может послать? Ты, Леш, сам как считаешь? Я считаю, нет. Ну, правильно считаешь. Может, у кого-то есть другие мнения?
Ширяев. Евгений Павлович, простите меня. Я вел себя как последний урод. И не только с вами. Ребят, извините, я хочу вернуться в команду. Он хочет, а мы нет. Слышал, Ширяев? Слышал. Разбились на квадраты и вперед. Ну, чё стоишь? Пошли. Пошли. Чаще, чё касается? Чаще. Дим! Я тебя у этого парня оставлю, погоняй его туда, хорошо? Мальчишки! Слушайте меня. Вот это Коль Ширяев из команды 99-го года. Он с вами потренируется, хорошо? Да. Будешь отрабатывать игру в пас, это то, что тебе нужно больше всего. Жилеточку одень. Я сейчас не могу разговаривать, я к врачу опаздываю. Я с тобой. Зачем? Я взрослый мальчик. Ну, до метро хотя бы подбрось. Я не поеду мимо метро. Ну, зачем? Вот, Ширяев тебя проводит. Я взрослая девочка, я сама могу дойти. Ну что, проводить? Ну, проводи. Далеко? Прилично. Ну, пойдем. Давай, помогу. Я хотела тебя спросить. Спрашивай. Почему твоего отца посадили? Да в морду дал одному по пьяни. А тот оказался братом какого-то шишкаря. Что не геройский у меня папка, да? Вот ты в кого. Угу. Да, он псих. И я, что с нас взять-то? Папа тоже псих. Нормально? Нормально. Угу. Отец пишет? Пишет. Это хорошо. Видел, как ты сегодня с малышней работал. Ничего, складненько, складненько. Так, Коль, где голы? Надо забивать. Забивать. В футболе любят тех, кто забивает. Им почет, им слава, им уважение, им деньги. Короче, к делу. Значит, на носу игра. Приедет покупатель из Ростова.
Опять будет тебя смотреть. Так что не подведи. Твоя задача – забивать. Забивать любой ценой, чтобы табло пестрело твоей фамилией. Ну, да, я еще не заявлю. Да заявит тебя Стычкин, куда он денется. Вот. Давай, давай, соберись. Ты один мужик в семье остался, мать одна на трех работах работает. Нормально? Да? Давай. Шири! Ну-ка, расскажи-ка мне, парень. Это не лед тебя часом травит, а? Евгений Павлович, вы таблетку приняли? Да. Ты знаешь, я так хорошо в твоем возрасте напринимался, что двоих с поля вынесли, а меня потом из команды выгнали. Я домой пришел и жену свою избил. Она не простила. Ну что, давай, колись. Это он тебе травит? Я не дятел стучать. Ну-ка, посмотри мне в глаза! В глаза! Он. Брилев! Ну-ка, погоди. Евгений Павлович, какие-то проблемы? Ты зачем мне пацанов травишь? Что я делаю? Зачем ты мне пацанов травишь? Ты себя вспомни в молодости. Гнида. Вот гнида. Ну чего, не дозвонился до Палыча? Да абонент недоступен. Команда, встали, построились. Встали, встали быстро. Быстрее, быстрее, быстрее. Евгений Павлович в стычке не сможет больше вас тренировать. Что случилось? Решением администрации клуба «Борей» он отстранен от тренерской работы. За что? Красев. Тебе что, больше всех надо? За неспортивное поведение. За какое такое неспортивное поведение? Все, решение принято, не обсуждается. Значит, такая новость. Благодаря большим административным усилиям, пересчету голосов, очков, и благодаря моему личному влиянию, ваша команда все-таки будет играть в финале чемпионата России первенство спортивных школ. Не вижу радости. Играть будете под руководством нового тренера. Какого нового тренера? Мы без Евгения Павловича играть не будем. Красев, вместо того, чтобы как капитан поднять дух команды в тяжелый момент, ты устраиваешь разброд и шатание. Ну, хорошо. Не хочешь играть? Дмитрий Николаевич назначит другого капитана. Не на одного. Вы отказываетесь играть. Я правильно понимаю, да? Вы хотите опозорить родную школу, честь команды. На улице окажетесь, новых наберем. Будете играть. Дмитрий Николаевич, приступайте к тренировке. Тренировка, введение мяча. Поехали. Дмитрий Николаевич, Я ничего не понимаю, надо попробовать Даше позвонить. Парни! Где Евгений Павлович? Что происходит? Где он вообще? В КПЗ. В каком КПЗ? Он вам видео оставил. Какое видео? Он в изоляторе. За то, что Брилева избил. Один следователь дал видео записать. Даю установку на игру. Финал играть обязательно. Это финал не Брилева, не спортшколы, и даже не мой. Это ваш финал. Поэтому надо собраться и выиграть. Соперник очень серьезный. Очень. Бояться их не надо, их надо уважать. Делайте то, что умеете. Не делайте то, чего вы не умеете. Схема 4-4-2. Впереди Ширеев, Красев. Сейчас, подожди. Братцы, финал бывает один раз в жизни. И это не свадьба. Соберитесь и доползите до раздевалки с куком в руках. Поиграйте, в конце концов, в футбол. Все, все, иду. Да-да, все, спасибо. Я ничего не понимал. Что он еще сказал? Нет, больше ничего. Ясно. Короче говоря, сейчас придем в тренировку, потом посмотрим, что происходит. Решим. Пошли. Ширяев, переодевайся быстрее, ты нам нужен.
Я без грубости, без мата. Удачной игры. Удачной игры, без травм. Удачной игры. Алло. Алло, пап. Игра началась. Не забыл, как спас, не забыл, как спас, но ты хочешь играть, а хочешь иди в бобу, иди в бобу. Шары катай, шары катай! Ничего страшного, не расслабляемся. Не забывай то, что сказал Евгений Павлович. Все понятно. Поехали, давайте, ребят, пожалуйста, не спать. Еще есть время. Мичук, 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 поехали, поехали. Простите, вы мне подскажете, сколько времени? Нормально, 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 чисто. Конец первого тайма. Ничья. А меня Ксюша зовут. Я очень рад. Папа, твой Шаляев играет сегодня как-то странно. Не бьет по воротам, играет в пас. Это, дочь, твоя заслуга. Слушай, что у тебя за колхоз здесь, а? В смысле? В смысле, сельский футбол какой-то. Бегают всей толпой друг за другом. I don't understand country football. Насчет второй тайм впереди. Начался второй тайм. Пока без замен. Антей Давид разыгрывает угловой. Нападающий обыгрывает защитника. Гол. Да ё-моё! Пап, не нервничай. Да я не переживаю. Давай дальше, дальше. Что там? Еще ничего не закончено. Успокойся, пожалуйста. Давай, парни, разбираем игроков. Чего? Штрафной открывайся справа. Там двое держит. Ты сделай, что-нибудь придумаем. Да. Вышли! Вышли, вышли! Давай, давай! Как увидишь, что рвану справа, заходи слева. Я же защитник. Защитники тоже голы забивают. Капков дает Дозорцеву. Дозорцев Васькевичу. Тот Коля. Гол! Папа, гол! Сам, я же говорил. Хватит, хорош.
Сынок, я дома, сейчас обедать будем. Привет. Что это у тебя там? Я коляску на день рождения рисунок нарисовал. Ух ты. Молодец. А давай я тебя тоже нарисую, ты же в нашей команде. Ой, я боюсь, Колясик так не думает. Мама, я тебя очень сильно люблю, и Колясик тоже, но не могу разобраться и выбирать между вами. Ну что ты, маленький, ну что ты? Не надо ничего выбирать. Я вас с Колясиком сильно-пресильно люблю. Коляски сейчас самый трудный матч, финал. Я уже почти 2 часа о нем думаю и помогаю ему хорошо сыграть. А теперь будем думать вместе. И он победит. Ты, я и Колясик. Суперкоманда. Правда? Правда, слушай, так может мы еще на матч успеем? На второй период-то? Не, не успеем. Но Даша потом даст запись посмотреть. Ну ладно. Пойду суп подогревать. Уже 90-я минута. Наверное, будет дополнительное время. Хорош, там ничего не было, а? Ты живой? Нормально, давай как Месси и Суарес. Я ж ничего не делал, да. Судья назначает пенальти. Ширяев будет бить. Так, за линию, пожалуйста. Кто бьет? По сигналу. Прости меня, дурака. Я очень тебя люблю. Я тебя тоже очень люблю. Ты так быстро у меня вырос, что я и не заметила даже. Но я теперь и спрашивать с тебя буду, как со взрослого. Коля, я горжусь тобой, сын. Целую. Ну что, не годится нам твой Ширяев форварда? Да, подвел пацан. Ни одного гола, а? Да. Ни одного гола. Зря только вас побеспокоил. Ну вот полузащитник с функцией диспетчера не помешает. Ширяев! Ширяев! Коля! Вот. Ну что, Ширяев, в Ростов поедешь? Поеду. Только если выполните мои условия. Какие условия? Такое бывает раз в жизни. Ты... Подожди. Да. Какие условия? Я хочу, чтобы он забрал заявление на Евгения Павловича. Смотри, а. Прет как на буфет. Слушай, какое это имеет отношение к... Всего хорошего. Спортивным. Уйдет пацан, вылетишь из директорского кресла. И не только. Угу. Коль, Коль, Ширяев, Коль, ну заберу, заберу я заявление. Ну, ну что ты, что я, зверь, что ли? Все будет хорошо. Я хочу, чтобы Евгений Павлович дальше тренировал команду «Борей». Конечно, Евгений Павлович будет и дальше тренировать нашу команду «Борей». Договорились?
Жду тебя в ресторане. Да, Дмитрий Анатольевич. Это не все. Что еще? Я верну вам деньги, которые вы маме дали. Тихо. Но если узнаю, что вы пацанам допинг предлагаете, я ж безбашенный, как мой отец. Ширяев. Не дерзи, Ширяев. Дмитрий Анатольевич! Было классно. Да. Можем повторить. Алло? Доченька. Привет, пап. А ты где? Я убил охранника и совершил побег. Шучу. Брилев забрал заявление. Брилев забрал заявление? А ты где? А его подруги. Значит, передай подруге, что ей скоро в Ростов ехать. И пускай она шину не забудет. Все, ладно, давай дома поговорим. Хорошо, пап. Брилев забрал заявление. Да, я знаю. Это ты? Спасибо тебе. Так ты уезжаешь? Да, знаешь... Я без тебя никуда не поеду. Ты что, дурак? Ты же премьер-лига. Ну и что? Попадешь в сборную, отец станет заслуженным тренером. Ну и ты же мне на Луну уезжаешь. Это Ростов. Я буду приезжать к тебе. Ну или ты ко мне. Я очень сильно тебя люблю. Я тебя очень-очень Парни, а где просмотры? Что где? Просмотры где? Они закончились давным-давно. Дорогу! До свидания, Евгений Павлович. До свидания. До свидания, орлы. Чтоб после 11 все давили на массу. А вы тренер? Ну, вроде как. А посмотрите меня, пожалуйста, я хочу к вам в клуб. А просмотр закончился ровно полчаса назад. Я сел не на тот автобус. Ну, значит, у тебя с головой нехорошо. Или ты слепой. Ни в том, ни в другом варианте ты мне не нужен. Пожалуйста, мне 17 лет. Тренироваться больше негде, сами же знаете. И что? Вот и что, что тебе 17 лет? А прийти тебе надо было в 14. Я не так могу. Да ладно. А еще? Ну, пойдем. Беру свои слова обратно. Как звать? Коля. Ширяев. Завтра в 9. Ширяев. Коля.
Будет наш новый капитан. Пойдем. Дружище, а мяч кто возвращать будет? Понял. Сядь, и в горницу вошла, тихо дверцу заперла, под окно запряжу, села ждать хозяев. Всем привет. Яблочек. Ты что так поздно? Гулял. Ты почему ребенка мне не привел домой, а? Привел. Я что-то не поняла, кто врет из вас? Я. Мам, ну я на просмотр в клуб Борей опаздывал. Ну и что, взяли тебя в клуб? Завтра скажут. Дашь 50 рублей на автобус? Че, каждый день туда-сюда 50 рублей? Мам, ну может не возьмут еще? Плаще вон иди возьми. Но мы не потянем таких трат, Коля. Да знаю. Спасибо, мам. Ладно, я спать. Спокойной ночи, малыш. Брателло, и что это происходит у нас такое? Это что за дела? Ты чего меня сдал? Ну, оно как-то само сказалось. Я плакат Рома повесил. Рот. А можешь ко мне на репетицию прийти? Там учительница стихи раздала. Ну, если смогу, приду. Все, давай спать. Евгений Павлович, приветствую. Здорово, Сергей Владимирович. Ну, как молодежь? Ты знаешь, вот этот вот Ширяев интересный малый. Ну что, тогда будем брать? Я еще ничего не решил. Будем смотреть. Ты знаешь, он в 17 лет Марадона, потом берет и сдувается. Стой! Дока! Док! Он вратаря убил! Да чтоб тебе! Посиди. Угу. Привет. Футболистами не интересуюсь. Поэтому все время на стадионе? Ладно, я не футболист уже. После такого меня не возьмут. Да и тренер зверь. Зверь? Что-то дочь у меня, желудок прихватило. Это ваша дочь? Ты зачем мне Роберто Карлос вратаря изувечил? Забить хотел, не рассчитал. Удар у тебя сильный, у тебя голова слабая. Все, я понял. Куда пошел? Иди сюда. Завтра в 10. Так меня взяли. И не опаздывай. Пап, что с желудком-то? Отпустила. Вперед, мяч в руки! Спасибо. Свободен. Ширяев. Вставай, прописываться будем. Да пошел ты. Чувак, ну так в команду принимаем. Я уже в команде. Ты что, борзый? Ничего, обломаем. До свидания, Евгений Павлович. Тихо! Почему ребенок один домой пришел? Мам, в Борее за опоздание выгоняют. Меня на работе тоже, знаешь, выгоняют. Хотите вот так вот вкусно есть? Мам, да я нормально дохожу, я уже взрослый. Взрослый. Ну ты пойми, если у меня будут успехи, я могу попасть в премьер-лигу. Ты мне ребенка домой приведи, потом хоть в премьер-лигу, хоть куда. Тук-тук, не помешаю. Здрасте. Здрасте. У вас не заперто. Николай.
Очень приятно. Мы не знакомы, но ты, наверное, меня видел на стадионе. Сергей Владимирович Брилев, директор клуба «Борей». Мама? Да, у Колина мама, Людмила. Братик? Натворил уже что-то? Нет, пока ничего. Ваш сын очень перспективный спортсмен. У него хороший удар. Сильный, точный, четкий. Его папка научил. Папка? Где у нас папка? В тюрьме. Мы сюда переехали, чтобы передачи носить. Понятно. Ага. Понимаю. Людмила, Николай, вы, наверное, слышали, что у каждого спортсмена сейчас существует агент. Да. Нет. Существует. Я готов стать агентом Николая. Согласен? Согласен. Условия? Любые. Прекрасно, прекрасно. Нет, подождите, а нам это зачем? Это деньги. Очень хорошие деньги. На ближайшую игру я приглашу селекционера из Ростова. Очень хорошая команда, премьер-лига. Ладно, не буду отвлекать. Кушайте. Приятного аппетита. Спасибо. Я же говорю. Это моя форма? Да. А кто обрезал? Ты прописку не прошел, анкету не заполнил, размер не указал. А Васькович все сделал. Как я играть в этом должен? А вот это уже интересно. Ну что, мужики, поехали? Эй, болейте всех сильней! Эй, болейте, жизнь бодрей! Вон он, 11 номер. А почему он одет так странно? Ты не смотри, как он одет, не смотри, как он по мячу бить будет. Что творишь? Я открыт дом. Я тебя не видел. Ну, говорил тебе? Ну да. Молодец, что понял. Так, где Ширяев? Ширяев! Ширяев, что это за форма нетрадиционной ориентации? Карасев, ну-ка выдай ему второй комплект. Я знаю, что у тебя есть. Потом за эти шутки ответишь. Значит так, они сейчас всей командой ломанутся в атаку. Поэтому, Карасев, Ширяев, хватит топтаться в чужой штрафной площадке. Давайте домой, мальчики. Домой, 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 домой. Значит, личная персональная опека. Ты берешь правого защитника. Карасев, да. Ты берешь левого. И все! Поехали, поехали! Братан, что происходит? Ты что, нормально играть не можешь? Евгений Павлович, ты что сказал? Личная опека! Отвали! Что значит отвали? Нас сейчас собьют! Борей. А Ширяев твой сдох. Да что ты? Пацан два гола закатал. В первом. Второй вообще с 35 метров. Что еще нужно для форварда? Но потом-то сдох. В общем, пусть выносливость потянет. А там поговорим.
Встать! Что сейчас было? Вот это сейчас, это что было? А? Это футбол? Это вот была персональная опека, про которую я только что говорил, да? Вы кому проиграли? Этим дуракам все по жопам ходят. По жопам! Это дворовая! Кому? Вы кому проиграли? А что произошло? Капитан, что произошло? А я вам сейчас расскажу, что произошло. У нас полкоманды после 12 в интернете сидит, с девчонками переписывается и в игрушки играет. Чтоб телефоны все выбросили нахрен! Евгений Павлович, вы таблетку выпили? Что? Вы таблетку выпили? Не задашь быстро. Ширяев, 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 иди сюда. Скажи мне, тебе вообще человеческая самка вынашивала? Это сейчас что было? Я тебя спрашиваю, что это было? Ты забыл, как в пазл нужно играть? Ты хочешь играть один? Иди в боулинг! Шары катай! Папа! Папа! В боулинг, говорю, иди, шары катай! Папа, таблетки забыли. Пойдем? Пойдем, дочь. Пустите, мы же успели. Последний раз пускаю. В следующий раз до второго урока будете ждать. Хорошо. Давай. Вань, я тебя заберу после уроков. Ширяй! А? А чего мы опаздываем? Евгений Павлович, я брата в школу отвожу. Это здорово, семья это святое, но ко мне опаздывать нельзя. Поэтому иди вон, три круга, в нагрузку. Иди! Ты мне морды здесь не строй! Павлович, слушай, чего ты его так грузишь-то, а? Где я его гружу? Ты вон лучше посмотри, что у него с физикой, он вчера еле ноги волочил. Ну? Думаешь, проблема? Ну, я не знаю, проблема или... Вот что. Отведи-ка ты его к доктору. Там, по-моему, проблемы с питанием. Приятного аппетита. Что это, брателло? Каша из двух круп. Гадость, хочу сосиски. Вань, мне спортивный доктор прописал кашу. Чтобы я сильным был. И если ты сосиски будешь есть, а я кашу, ты представляешь, как мне завидно будет? Быстрее, быстрее, поджали, поджали, оранжевые! Рома! Ширяй! Ну-ка, пойди сюда! Пойди ко мне! Это что за пляжная походка? Ты что здесь пасешься-то? Тебе здесь медом намазано! А в таблетку? Подожди! Ты ждешь, пока тебе мячик на лапу прилетит! Куда пошел? А ну-ка, вернись! Все! Отстранен от тренировок! Почему? Так отчину! Будешь кромку топтать, пока бегать не научишься! Вперед! Пап, что ты так нервничаешь? Ну не стоит он того. В том-то и дело, что стоит. Даш, привет. Слушай, а не хочешь погулять как-нибудь сходить? В парк или еще куда-нибудь? Я же сказала, я не интересуюсь футболистом. Более такими, как ты. Какими такими? Ты самовлюбленный, взбалмошный эгоист. Кроме себя ничего не видишь. Вот точняк своего папку описала. Самовлюбленный и взбалмошный. Ты про Павловича зря так. Он мужик нормальный, когда на таблетках. А так крышу сносит.
Ее жена бросила, один дочь воспитал. Вот теперь она о нем заботится. Даже академ взяла в своем фотоколледже. А что с ним? Немотивированные вспышки гнева. Из-за чего? Да бог его знает. Бурная молодость. Мам, ну дай колбаски. Вань, ну ты же знаешь, это папе в тюрьму. Мама, а если я попаду в тюрьму, ты мне тоже будешь колбаску присылать? Ты что говоришь, что такое, а? Болта. На, вот тебе кусочек. Беги уроки делай. Руки только вытри от колбасы. Мам. Ау. Привет. Привет. Слушай, у нас гости. Сергей Иванович, проходите. А. Людмила, приветствую. Здравствуйте. Обедаете? Да нет, вот мужу посылку собираем. Понимаю. Понимаю. А у меня хорошие новости. Николаем заинтересовался селекционер из Ростова. Ну, отборщик. Футбол. Угу. Вот. И я думаю, если дальше мы будем работать в том же духе, то через год он будет играть в премьер-лиге. А это, извиняюсь, зарплата в полмиллиона. Полмиллиона в год? Почему в год? В месяц. Давайте контрактик подпишем. Ой, нет. Мне надо с мужем посоветоваться. Удар у тебя такой редкий, профессиональный. А вот физическая выносливость хромает. Да я бегаю с нагрузкой. На диете сижу. Ну и молодец. Только ты результатов достигнешь через год, через полтора. А за это время Палыч тебя из основного состава выкинет. Уже. Он запретил со всеми тренироваться. Вот. Вот тоже. А на скамейке запасных тебя покупатель не разглядит. Хочешь честно? Ты привык у себя там в тьму таракани, что на тебя вся команда работает, а здесь этот вариант не пройдет. Есть одно средство. Ну, оно такое, медикаментозное. А это запрещено? Скажем так, не приветствуется, но, слава богу, не олимпийские игры, не чемпионат мира. Покулишься год-полтора, а потом забудешь, как страшный сон. Нет, Сергей Владимирович, я не могу. Как знаешь, как знаешь. Мать у тебя из сил выбивается. Отцу сможешь нормальные сигареты посылать, а не солому. Подумай, подумай. И давайте быстрее, это третий круг всего. Давай, 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 давай. Вот. Ширяй. Красёв 15.02, молодец. 15.27, хорошо. «18.02! Покойники бегают! Быстрее!» «Сам уколоть тебя сможешь?» «А куда?» «Ну, не в задницу же. Не знаю, можно в плечо, можно в ляжку. Где мясо побольше?» «Плечо». «Держи. Ой. Смотри, дальше сам будешь. Отрываешь. Открываешь. Смотри, чтобы воздуху не осталось. Давай, решительно. Дубу, березу, кругом зима, жестокая пора.
как красные на них. Постойте! Слезы. Опоздали. Придется до второго урока ждать. Не, не придется. Вань, садись здесь. Ага. Значит так, сидишь здесь и отсюда ни шагу. Понял? Отлично. И никому ни слова. Договорились? Винкельбаум, иди на ворота, родной, иди! Так, Роберто, ты куда нафундырился? Ты по индивидуальной программе. Евгений Павлович, я и так каждое утро бегаю, я играть хочу. Ты играть будешь, когда будешь в форме. На. Красёв, на тебя смотрит вся страна! Что читаешь? Комикс. Интересно. Да. А ты чей? Я Ваня, брат лучшего футболиста. Кто у нас лучший футболист? Колясик. А, Ширяев. Что ты тут делаешь? В школу опоздали. Коля на тренировку опаздывал. Он меня с собой взял. Только вы никому не говорите, особенно маме. А папе можно? А папе не скажете, он в тюрьме, а телефон там не работает. Ты чё? Извините. Ничего страшного. Ну чё, хватит тебе бурлачить. Иди в свой второй состав. Я могу и за первый. Да они с тобой не могут. Давай, иди. Смотри, что у меня есть. Ты, наверное, проголодался. Нет. Выбирай. Винегрет или сосиски с картошкой? Сосиски! Я так по ним соскучился. Второй состав. Разбираем жилеточки. Сыграем короткую. Тайм 20 минут. Давайте, разбирайте, что вы сели. Ширяев, положи жилетку на место. Иди играть в основу. Правый край. Евгений Павлович, спасибо. Я 45 лет, Евгений Павлович. Это только сегодня. Дальше посмотрим. А ты чё без шины? Вы чё, поссорились? Хватит ржать! Встали и побежали. Эй, коротенькая маечка, ты не меня ищешь? Пацана лет 7 не видела? Видела, он болтался где-то с этой, с Дашей. Угу. Что это? Мой телефон. Зачем? Ну, позвонишь, если что. Ты чего? Ты же мне обещал на трибуне сидеть. Ну, Колясик. Это я его сюда привела. Он все время был со мной. Хорошо. Посмотри, что мы с Дашей нарисовали. Пиратский корабль называется «Борей».
еще мы с Дашей договорились пойти в кино. И тебя возьмем, если хочешь. Вань, вообще-то мы не договаривались. Мама меня одного не пустит. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Вань, я пойду переоденусь, а ты меня жди, пожалуйста, здесь. Договорились? Чудо-юдо. Вот так бы всегда, ты такие крутые фланги крутил. Ты хорошо открывался. Чувак, мы сегодня с девчонками в кафе собираемся, айда с нами. Не могу. Мне еще брата домой везти. Красев! Забирай девчонок и по домам. Сейчас, подожди секунду, я побоюсь. Евгений Павлович! Что? У меня к вам разговор есть. Давай, разговаривай. Я насчет Ширяева. Можете его на первенство снова поставить? Он тебе заносит, что ли? Почему мне никто никогда ничего не заносит? Чего? Это я так шучу, Красев. Он тебе, значит, 3 раза выдал пас, теперь ты рад до жопы. Какие пасы? Он на выходе прям в лапу кладет. С мячом не жлобится. Ну, я ему как капитан говорю. Хорошо. Я подумаю, капитан. Не таскай ты их сюда хотя бы на тренировки в таком количестве. Они сами ходят. Футбол любят. А они знают, что такое офсайд? Ну, они знают, что такое Карасев. Что такое Карасев? Ну-ка, иди-ка ты домой, чтобы в 11 баиньки. Евгений Павлович, только подумайте. Я подумаю. Я подумаю. Ванечка, а ты чего молчишь? Ты текст забыл. Не забыл. А чего молчишь? Пусть все выйдут. Ваня, так не пойдет. Либо ты читаешь стих, либо нет. Сейчас, одну минуточку. Вань. Когда я смотрю, можешь? Нет, ты же с ними. Ты же пиратом хочешь стать? Да. Ну, так они же ничего не боятся. У пирата есть команда. Вань, я твоя команда. И я буду тебя слушать. Жизнь у них удума, да. Ребят, давайте поддержим Ванечку. Учись у них у дуба, у березы. Кругом зима, жестокая пора. Напрасные на них застыли слезы, и треснула, сжимаясь, кора. Все злее метель, и с каждой минуты сердито рвет последние листы. И за сердце хватает холод лютый. Они стоят, молчат, молчи и ты. Молодец. Ты... Завтра обязательно на концерт приходи, он без тебя не справится. Хорошо. Учись у них худобу, берез, кругом зима. Сток, пора, обратно, на них застыли. Нажимайся, кора, залей, мети. Вы что не спите-то? Я вон вам уже суп на завтра наварила. Мам, какая ты у нас красивая. Да-да, красивая. Да, ты красивая. Дурачки какие, а? Все, ложитесь давайте. Мам, 450 рублей можешь дать на кино? Сколько? 450. Ну, я Даша обещал. Какой Даша? Которая в коляску влюбилась. Ну, возьмите в кошельке. Ой, что с вами делать, а? Придется мне еще одну ночную смену брать. Все, ложитесь, убирай гитару свою. Спасибо. Зато у него в голове нет всяких глупостей.
Глупости? Глупости. Но у меня их тоже нет. Но Ваня ушел далеко вперед. Возможно. Вот только у меня есть одно преимущество. Какое? Я великолепно целуюсь. Привет. Евгений Павлович, приветствую. Сергей Владимирович. А чего у нас пацан во втором составе? А этот звездун еще не переломался. А ты знаешь, что его смотрит? И? Слушай, тебе-то какая разница? Ему у нас все равно играть максимум полгода. Все равно их потом уйдет. И что? Я ему не папка, он мне не сынка. Мне дали парня, я из него делаю футболист. Ты смотри, как бы судьбу ему не переломать. Это ты смотри. Если у тебя в команде тренер, которому ты не доверяешь, который все портит, ты гони его в шею. А если у тебя специалист, у которого ребята в сборную играют, тогда молчи, не давай дурацких советов. Ну зачем так? Ну, можно же все по-человечески обсудить. Но мы уже обсудили. Не мешай процессу. Слушай, ты что, с дочкой Палыча замутил? С чего ты взял? Ты думаешь, этого не видно? Ты что, бессмертный? Тебе какое дело? Мне никакого. Но если Палыч узнает, он тебе яйца открутит. Более того, я попросил его, чтобы он тебя в основу взял. Я тебя не просил. Откатись назад. Ладно, чего Палыч? Сказал, что подумает. Но если он узнает то, что ты с Дашей встречаешься, тебе... Да ладно, Палыч справедливый. Посмотрим. Евгений Павлович, можно вас? Дачуль, иди погуляй. У нас тут будет сейчас мужской разговор. Иди. Скажи мне, Ширяев, ты вообще ничего не боишься? В смысле? Ну ты вообще ничего не боишься? Ты совсем страх потерял? Это из-за вашей дочери. А при чем здесь моя дочь? Я тебе про футбол говорю. Вот ты не испугайся, если я тебя... Если я тебя в основу поставлю. Евгений Павлович, вы с вашими шутками. Значит, слушай, завтра выйдешь с первой минуты. Спасибо. Иди отдыхай. Спасибо. В сетку не залетит. Иди отдыхай. Спасибо. Иди. Причем есть дочь. Коля. Значит... OneWin. Побеждай по самым высоким коэффициентам прямо сейчас. Ведь OneWin дает 100% бонус к первому депозиту. Ставь на самые популярные виды спорта и выводи свой выигрыш мгновенно. Регистрируйся и скачивай мобильное приложение, чтобы всегда оставаться в игре. OneWin. Букмекер номер один. Хорошие новости. Ты включен в основной состав. Значит, наш план все-таки работает. 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 Значит, завтра игра. Будет селекционер. Смотрит тебя. Предыдущими играми вроде довольны. Понимаешь? Угу. Понимаешь? Угу. Да. Значит, твоя задача – забивай любой ценой. Бери всю игру на себя. Понял? Понял. То есть завтра может вообще все решиться. Не зря же мы все это затеяли. Ты понял? Понял. Уже два раза понял. Не дерзи. Не надо. Я понимаю, сейчас волнуешься. Ладно, давай, отдыхай. Удачи. Я в основе. Поздравляю. А давай сходим куда-нибудь отметим. Может, тебе лучше отдохнуть? Да, какой? Я полон сил.
Танечка, давай. Учись у них, у дуба, у березы. А говорил команда. Команда. Вань, команда. Ты со своей командой вообще о ребенке забыл уже. Ты где шлялся? На тренировке. И что, стоит ему этого? Ребенок весь вечер ревет, я его успокоить не могу. Совести нет у тебя. У меня совести нет? Да это у тебя совести нет. Ты даже не знаешь, что он читать должен был. Шла бы ты отсюда, мама. Да я сейчас... Иди спать. Спокойной ночи. Так, играем нашу обыкновенную схему. 5 защитников, 3 полузащитника, 2 А. У нас в основе изменения. Ширяев выходит с первой минуты. Я, с вашего позволения, продолжу. Если вы, лоботрясы, еще не забыли, что такое тотальный футбол, то вот сейчас то самое время, когда этим стоит заняться. Итак, соперник. 4 защитника, 3 полузащитника, 3 в нападении. Все время лезут в атаку. Бегают, как лошади. Комбинируют плохо. Поэтому рвем все атаки. Все передачи рвем, особенно дальние. А, значит, они большие любители позабрасывать сверху, поэтому на втором этаже не спим. И все! Давайте! Наш Борей! Всех бери! Наш Борей! Сержи Борей! Вот, все, пошли. Так держать! Молодец! Красавчик! Посмотри внимательнее, я открыт был. Ага. Один! Один! Гори!
Да, его не узнать. Молодец. Ну, что я говорю? Ну, посмотрим, выдержит ли он в таком темпе хотя бы до конца тайма. Он 3 тайма выдержит. День и ночь на стадионе. Тренируется, как вол. Ну да. Юр, ближе. Хорошо! Сейчас тебе паспорт. Погоди! Ну, игровой момент же был, чего? Все, все. Коля, ты можешь аккуратнее играть? По сигналу. С кем не бывает. Всего лишь игра. Посмотрим второй тайм. Ширяев. Иди сюда. Ты себя хорошо чувствуешь? Ты вообще в своем уме? Это что за сеанс вольной борьбы ты мне сейчас на поле устроил? Ты хочешь, чтобы тебе красную карточку влепили? Тебе сейчас влепят. Защита! Да что защита? Все! Может, хватит газон копытить? Вы на своем поле играете. Бить надо не по траве, не по ногам, а в мяч. Все усекли. Раз усекли, тогда идите, все. Давайте, давайте, идите. А ты снимай, доченька, этот позор. Снимай. И на глаза мне больше не попадайся! Как ты? Не сильно тебе досталось? Ничего. У нас есть 20 минут. 20 минут на что? Алло?
Алло, Ксюша. Да, это Коля, коротенькая маечка. Да, ты где? Ну, сейчас буду, жди. Чего ждать? Подожди. Давай сама. Эй, подожди. Ты что, ты скорострел, что ли? Да пошла ты. Ты, может, ты импотент, а? Вали давай! Николай, вставай. Мам, я сплю. Вставай, я тебе говорю. Руки мне покажи. Ты куда колешься, признавайся? В плечо. Мой сын наркоман. Мам. Да это не наркотики. А что это такое тогда? Это лекарство. Ну, чтобы бегать лучше. Типа как допинг, что ли, какой? Да какой допинг? Просто меньше устаешь. Меньше устаешь, ты здоровье себе покупишь. Ты понимаешь это или нет? Сколько ты раз это делал? Кто тебе это дал? Ну, молчи, давай, молчи. Я сейчас полицию вызову. Они заставят сказать, кто тебя отравит. Где мой телефон? Ну, вызывай, вызывай. Вызывай. Пусть меня из футбола попрут нахрен. Вызывай, мам. Давай, вызывай. Куда пошел? Вызывай. Остановись, Коля! Роберто, тебе тут не жестко спать? Ты как сюда попал? Галеодор, ты оглох? Я тебе что вчера сказал, на глаза мне не появляться? Евгений Павлович, я на тренировку. Евгений Павлович, мне тренироваться надо. Евгений Павлович, ты тренироваться, Евгений Павлович, я... Оля, на тренировку. Евгений Оля, подожди, ну посмотри на меня. Посмотри на меня, мне в глаза посмотри. Скажи мне, что происходит? Что с тобой случилось, сынок? Ничего.
Иди-ка ты, дорогой, домой. Выспись сегодня, отдохни. Евгений Павлович, меня тренировать, Евгений Павлович. Это я буду здесь решать, кому и чего здесь делать. Евгений Павлович, пожалуйста, я в форме. Знаешь, в чем твоя проблема, Роберто? Знаю. Дыхалки не хватает. Нет. Нет, Коля. Ты ничего не видишь вокруг себя. Причем не только на поле, но, видимо, и в жизни. Хочешь тренироваться, иди тренируйся. Только учти по полной программе. Здорово. Ты куда вчера слился после игры? Не твое дело. То, что ты вчера в одну харь играл, не мое дело. То, что ты вчера красную карточку получил, не мое дело. То, что мы вчера игру из-за тебя слили, тоже не мое дело. Все вопросы к Палычу. Он меня на тренировку пустил. Решение тренера обсуждать будешь? Иди спроси. Я тебя спрошу. Что у тебя с Ксюшей? Ничего. Не гони. Она меня отшила. Говорит, тебя любит. Урод! Вы чё? Нормально всё. Кто там встал? Гречечкин? 10 приседаний. Ширяй, ты прекрати мне мучить инвентарь. Ты хочешь отдохнуть? Иди, вон трибуна. Или работай, или спи. Ширяев, ко мне! Вон шину, видишь? 3 круга бегом. Что уснули-то? Коля, а ты чё мертвее трупа? Курс бросил, чё добиваешься? Ничего. Я пойду. Спеешь. Значит, смотри, селекционер в принципе доволен. В принципе, но знаешь, красная карточка — это уже перебор. Буду тебя еще смотреть. Не надо. Я не буду больше колоться. Колются ежики. Ты принимаешь внутримышечный медицинский препарат. Передумал? Почему? А вы употребляли? Все употребляли. Ну, только там другая система была, устаревшая. До игры красная таблеточка, после игры синяя. Все нормально. А побочные эффекты? Что ты имеешь в виду? Ну... Ну что, что? Ну... Этот... Ну, в общем, не стояк. О, Господи! Это нормальное явление. Это химия, понимаешь? Тестостерон из препарата заменяет твой в организме. Потом бросишь курс, все вернется в норму. Я тебе умоляю, вся сборная через это прошла. У всех дети, жены, любовницы, все замечательно. Если это... А если не вернется? Если это навсегда? Навсегда загреметь во вторую лигу. Вот это навсегда. Тут люди не выбираются. Там спиваются. Там по ночам частным извозом занимаются. Потому что там бабок не водится. Там бездари, там идиоты, там... Ну ты же не такой. Мама думает, что я наркоман. Ой. Пиши. Мороз. Корова. Да, да. Домик. Привет, мам. Здрасте, здрасте. А что я вам принес? Фрукты, овощи, витамины, телятинка парная, белок. О, будущий народный артист. Давай. Людмила, можно у вас на секунду? Да.
Брателло, русский делаешь? Помочь? Я уже с мамой сделала. В общем, совместными усилиями будем растить выдающегося спортсмена. Я рад, что нашел в вас единомышленника. Если вдруг надумаешь, мама все знает. Ну, пойду. До свидания. До свидания. Ну что? Аванс вон дали. Это все? Да нет, сколько тут? 100 тысяч. Тебе кеды купим. Ваньке вон обувку зимнюю за адвоката наконец просчитаемся. Борщи с уколами этим было. Успокойся, все. Все нормально, мам. Все! Остановились. Сейчас будем отрабатывать штрафной. Значит, в стенку встанут Леха, Коля, Илюшка, Илюша и я. Давайте, вставайте в стеночку. Значит, задача. Разберите мячи. Задача. Не попадать в стенку, а попасть в ворота. Ну все, огонь! Стоять! Вся команда, 3 круга, бегомарш! Жиряй ко мне! А какого черта? Это они тебе мстят за матч. За матч им мстят? А то, что я 3 гола забил, а то, что мы в сухую бы проиграли без меня. А что Карасев? Мячик ему не дал, да? А что бы он с ним делал? Ауты, углы. А вы что делаете? Они играть ни хрена не хотят, вот они и забивают. Ну-ка заткнись, Голиадор хренов. Это ты заткнись, Хитин хренов. С меня хватит. Что случилось? Ничего. Коля. Мам. Как ты тренироваться-то будешь? Да никак. Конец футболу. Как? Что значит конец? Это ж твоя мечта, Коль. Вон Сергей Владимирович говорит, у тебя все шансы есть в хороший клуб попасть. Опомнилась. Что, понравилось, что футболисты по 500 000 зарабатывают? Коль. Продала меня. Да ты что такое говоришь-то, Коль? Что я говорю? Ты сама знаешь, что я говорю. Вот играл бы себе спокойно дома. Нет. Надо было переезжать сюда, чтобы отцу поближе передачи возить, да? А он о нас думал, когда в эту драку лез. Дурак он. Иди завтракать. Я завтракать не буду, я в школе поем.
Так давай без разговорчиков. Мне тебя еще в школу вести. Я сам в школу пойду. Мне мама же разрешила одному ходить. Ну ты что, обалдел? Ты мне больше не команда. Спасибо, что пришла. Ты меня не интересуешь, это только ради Вани. Объясни, что произошло, я половины не поняла из того, что ты мне говорил по телефону. Короче, я пришел за ним в школу, а мне сказали, что он сегодня вообще не пришел. Мама позволила ему одному ходить, и я подумал, что он, может, с тобой в кино пошел. Надо полицию вызывать. А что он любит больше всего? Папу любит, маму. Сосиски. И пиратов. Колясик! Ваня! Вань! Ваня! Молодые люди! Вам что-то нужно? Да. К вам мальчик не забегал лет 7 в магазин? Я тут, брат! А, мальчик. Забегал. Он пытался украсть детали вот этого костюма. Одна шляпа 500 рублей стоит. Короче, это мой брат, и я его забираю. На. Полиция уже едет. Мы купим этот костюм. Даш, я хотел тебе кое-что сказать. Что? Я тебе деньги за костюм верну, как только так сразу. Не парься, это для Ваньки. Даш, прости меня, пожалуйста, за то, что случилось в раздевалке. Все? А что еще? Ладно, я пошла. Подожди, подожди, пожалуйста, подожди. Послушай, я к твоему отцу очень хорошо отношусь. И он отличный мужик, и тренер то, что надо. Ты его поэтому послал? Ну что, он теперь меня ненавидит? Ненавидит? Да он готов порезать тебя на маленькие кусочки кухонным ножом. Который он сам ради этого и заточит. Да пусть даже тупым. Как мне теперь к нему подойти? Обратно захотел. Отец человек непростой. Я на все готов. И к тому же это все не по моей вине. А по чьей? В раздевалке это не ты. Отца послал тоже не ты. Да я допинг принимал. Ты... принимал допинг? Да, я ничего не соображал. Голову изнутри жжет, в висках стучит. И я становился каким-то психом. Давай расскажем отцу. Что? Отцу? Ты знаешь, нет. Мне же еще Ваньку надо домой везти. Вань! Ваня! Иди сюда. Давай как-нибудь в другой раз, Даша. Спасибо тебе за сегодня. Пока. Пойдем.
Пингвины беременные! Моль под нафталином! Быстрее бегай! Давай, давай, давай! Давайте, ребятушки, милые! Ну! Быстрее, я говорю! Куда? Быстрее! Вас быстрее! Привет! Привет! Давайте, ребята! Классно ты этого психотренера послал. Я бы такого козла и 5 минут не выдержала. Ты мой герой. Ну так что? У меня дела. Даш, подожди. Чего надо? Мне бы с Евгением Павловичем поговорить. Он не будет с тобой разговаривать. Я тебя вообще знать не хочу. Даша, пошли. Евгений Павлович, можно вас? Ну? В общем, я... Я на допинге сидел. Какой же я идиот. Кто дал? Я не могу сказать. Я спрошу, кто тебе дал эту гадость? Стоять! Иди сюда. Я тебе сейчас перешлю телефон врача, специально обученного. Позвонишь ему через час. Скажи, что отменил. В его крови крови немного. В основном тестостерон. Стероиды. Угу. Также психостимуляторы. Да ты что? Эфедрин, Синдакар. Как парню не взорвало. Интересно, а где он взял этот коктейль Молотова? Ты понимаешь, Андрюш, он же молчит, как партизан. Ну чего, дадим парню шанс или пусть подохнет под забором? Андрей Владимирович, можно вас? Сейчас я иду. Ну что, чистка? Тебе видней. Спасибо, Андрюша. Не за что. Он чист, но очень слаб. Недели все-таки маловато. Его физическое состояние, пареная репа даст ему фору. Этот текст я когда-то уже слышал в свой адрес. Как твой желудок? То, что от него осталось, замечательно. А вот с головой до сих пор проблемы. Если пилюли не принял, то чердак рвет вместе с трубой. Доченька, это снимать не надо. Встали! Роберто Карлос. Слышь, Пеле, ты еще дверь перепутал? Встань, стой. Евгений Павлович. Что, Красев? А вас теперь кто угодно может послать? Ты, Леш, сам как считаешь? Я считаю, нет. Ну, правильно считаешь. Может, у кого-то есть другие мнения?
Ширяев. Евгений Павлович, простите меня. Я вел себя как последний урод. И не только с вами. Ребят, извините, я хочу вернуться в команду. Он хочет, а мы нет. Слышал, Ширяев? Слышал. Разбились на квадраты и вперед. Ну, чё стоишь? Пошли. Пошли. Чаще мяча касается. Чаще. Дим! Я тебе у этого парня оставлю. Погоняй его в таз, хорошо? Мальчишки! Слушайте меня. Вот это Коль Ширяев из команды 99-го года. Он с вами потренируется, хорошо? Хорошо. Да. Будешь отрабатывать игру в пас, и это то, что тебе нужно больше всего. Жилеточку одень. Пап. Я сейчас не могу разговаривать, я к врачу опаздываю. Я с тобой. Зачем? Я взрослый мальчик. Ну, до метро хотя бы подбрось. Я не поеду мимо метро. Ну, зачем? Вон, Ширяев тебя проводит. Я взрослая девочка, я сама могу дойти. Ну что, проводить? Ну, проводи. Далеко? Прилично. Ну, пойдем. Да, помогу. Я хотела тебя спросить. Почему твоего отца посадили? Да в морду дал одному по пьяни. А тот оказался братом какого-то шишкаря. Что не геройский у меня папка, да? Вот ты в кого. Угу. Да, он псих. И я, что с нас взять-то? Папа тоже псих. Мать, нормально? Нормально. Угу. Отец пишет? Пишет. Это хорошо. Видел, как ты сегодня с малышней работал. Ничего, складненько, складненько. Только, Коль, где голы? Надо забивать. Забивать. В футболе любят тех, кто забивает. Им почет, им слава, им уважение, им деньги. Короче, к делу. Значит, на носу игра.
Приедет покупатель из Ростова. Опять будет тебя смотреть. Так что не подведи. Твоя задача – забивать. Забивать любой ценой, чтобы табло пестрело твоей фамилией. Да, я еще не заявлю. Да заявит тебя Стычкин, куда он денется. Вот. Давай, соберись. Ты один мужик в семье остался, мать одна на трех работах работает. Нормально? Да? Давай. Ну-ка, расскажи-ка ты, парень, это не лед тебя часом травит, а? Евгений Павлович, вы таблетку приняли? Да. Ты знаешь, я так хорошо в твоем возрасте напринимался, что двоих с поля вынесли, а меня потом из команды выгнали. Я домой пришел и жену свою избил. Она не простила. Ну что, давай, колись, это он тебе травит. Я не дятел стучать. Ну-ка, посмотри мне в глаза! В глаза! Он. Брилев! Ну-ка, погоди. Евгений Павлович, какие-то проблемы? Ты зачем мне пацанов травишь? Что я делаю? Зачем ты мне пацанов травишь? Ты себя вспомни в молодости. Гнида. От гнида. Ну чего, не дозвонился до Палыча? Да абонент недоступен. Команда, встали, построились. Встали, встали быстро. Быстрее, быстрее, быстрее. Евгений Павлович, Стычкин не сможет больше вас тренировать. Что случилось? Решением администрации клуба «Борей» он отстранен от тренерской работы. За что? Красев. Тебе что, больше всех надо? За неспортивное поведение. За какое такое неспортивное поведение? Все, решение принято, не обсуждается. Значит, такая новость. Благодаря большим административным усилиям, пересчету голосов, очков, и благодаря моему личному влиянию, ваша команда все-таки будет играть в финале чемпионата России первенство спортивных школ. Не вижу радости. Играть будете под руководством нового тренера. Какого нового тренера? Мы без Евгения Павловича играть не будем. Красев, вместо того, чтобы как капитан поднять дух команды в тяжелый момент, ты устраиваешь разброд и шатание. Ну, хорошо. Не хочешь играть? Дмитрий Николаевич назначит другого капитана. Не на одного. Вы отказываетесь играть. Я правильно понимаю, да? Вы хотите опозорить родную школу, честь команды. На улице окажетесь, новых наберем. Будете играть, Дмитрий Николаевич. Приступайте к тренировке. Тренировка, введение мяча. Поехали. Дмитрий Николаевич, Я ничего не понимаю, надо попробовать Даше позвонить. Парни! Где Евгений Павлович? Что происходит? Где он вообще? В КПЗ. В каком КПЗ? Он вам видео оставил. Какое видео? Он в изоляторе. За то, что Брилева избил. Один следователь дал видео записать. Даю установку на игру. Финал играть обязательно. Это финал не Брилева, не спортшколы. И даже не мой. Это ваш финал. Поэтому надо собраться и выиграть. Соперник очень серьезный. Очень. Боец их не надо, их надо уважать. Делайте то, что умеете. Не делайте то, чего вы не умеете. Схема 4-4-2. Впереди Шериф, Красев. Сейчас, подожди. Братцы, финал будет один раз в жизни. И это не свадьба. Соберитесь и доползите до раздевалки с куком в руках. Поиграйте, в конце концов, в футбол. Все, все, иду. Да-да, все, спасибо. Я ничего не понимал. Что он еще сказал? Нет, больше ничего. Ясно. Короче говоря, сейчас придем в тренировку, потом посмотрим, что происходит. Решим. Пошли. Ширяев, переодевайся быстрее, ты нам нужен.
Выпиваем до слезка, без грубости, без матов. Удачной игры. Удачной игры, без травм. Удачной игры. Алло. Алло, пап. Игра началась. Не забыл, как спас. Не хочешь играть, а хочешь играть. Иди в бок, иди в бок. Шары катай! Ничего страшного, не расслабляемся. Не забывай то, что сказал Евгений Павлович. Все понятно. Поехали, давайте, ребят, пожалуйста, не спать. Еще есть время. Мичук, поехали. Простите, вы не подскажете, сколько времени? Ладно, нормально, сейчас. Конец первого тайма. Ничья. А меня Ксюша зовут. Я очень рад. Пап, ты Шляф играет сегодня как-то странно. Не бьет по воротам, а играет в пас. Это дочь твоя заслуга. Слушай, что у тебя за колхоз здесь, а? В смысле? В смысле, сельский футбол какой-то. Бегают всей толпой друг за другом. I don't understand country football. Насчет второй тайм впереди. Начался второй тайм. Пока без замен. Антей давит. Разыгрывает угловой. Нападающий обыгрывает защитника. Гол. Да ё-моё! Пап, не нервничай. Да я не переживаю. Давай дальше. Что там? Еще ничего не закончено. Успокойся, пожалуйста. Давай, парни, разбираем верхов. Чего? Штрафную открывайся справа. Там двое держит. Ты сделай, что-нибудь придумаем. Да. Выше! Давай. Как увидишь, что рвану справа, заходи слева. Я же защитник. Защитники тоже голы забивают. Капков отдает Дозорцеву. Дозорцев Васькевичу. Тот Коля. Сам, я же говорил. Очень хороший.
Сынок, я дома, сейчас обедать будем. Привет. Что это у тебя там? Я колясику на день рождения рисунок нарисовал. Ух ты. Молодец. А давай я тебя тоже нарисую, ты же в нашей команде. Ой, я боюсь, колясик так не думает. Мама, я тебя очень сильно люблю, и колясик тоже. Но не могу разобраться и выбирать между вами. Ну что ты, маленький, ну что ты? Не надо ничего выбирать. Я вас с колясиком сильно-пресильно люблю. У коляски сейчас самый трудный матч, финал. Я уже почти 2 часа о нем думаю и помогаю ему хорошо сыграть. А теперь будем думать вместе. И он победит. Ты, я и колясик. Суперкоманда. Правда? Правда, слушай, так может мы еще на матч успеем? На второй период-то? Не, не успеем. Но Даша потом даст запись посмотреть. Ну ладно. Пойду суп подогревать. Уже 90-я минута. Наверное, будет дополнительное время. Хорош, там ничего не было, а? Ты живой? Нормально, давай как Месси и Суарес. Я же ничего не делал, да? Судья назначает пенальти. Ширяев будет бить. Так, за линию, пожалуйста. Кто бьет? По сигналу. Ну что, Коль, выиграли? Молодцы, ура! Молодцы, Колька! Прости меня, дурака. Я очень тебя люблю. Я тебя тоже очень люблю. Ты так быстро у меня вырос, что я и не заметила даже. Но я теперь и спрашивать с тебя буду, как со взрослого. Коля, я горжусь тобой, сын. Целую. Ну что, не годится нам твой Ширяев форварда? Да, подвел пацан. Ни одного гола, а? Да. Ни одного гола. Зря только вас побеспокоил. Ну вот полузащитник с функцией диспетчера не помешает. Ширяев! Ширяев! Коля! Вот. Ну что, Ширяев, в Ростов поедешь? Поеду. Только если выполните мои условия. Какие условия? Такое бывает раз в жизни. Ты... Подожди. Да. Какие условия? Я хочу, чтобы он забрал заявление на Евгения Павловича. Ты смотри, а. Прет, как на буфет. Слушай, какое это имеет отношение к... Всего хорошего. Спортивным. Уйдет пацан, вылетишь из директорского кресла. И не только. Угу. Коль, Коль, Ширяев, Коль, ну заберу, заберу я заявление. Ну, ну что ты, что я, зверь, что ли? Все будет хорошо. Я хочу, чтобы Евгений Павлович дальше тренировал команду «Борей». Конечно, Евгений Павлович будет и дальше тренировать нашу команду «Борей». Договорились?
Жду тебя в ресторане. Да, Дмитрий Анатольевич. Это не все. Что еще? Я верну вам деньги, которые вы маме дали. Тихо. Но если узнаю, что вы пацанам допинг предлагаете... Я ж безбашенный, как мой отец. Ширяев. Не дерзи, Ширяев. Дмитрий Анатольевич! Было классно. Да. Можем повторить. Алло? Доченька. Привет, пап. А ты где? Я убил охранника и совершил побег. Шучу. Брилев забрал заявление. Брилев забрал заявление? А ты где? А ее подруги. Значит, передай подруге, что ей скоро в Ростов ехать. И пускай она шину не забудет. Все, ладно, давай дома поговорим. Хорошо, папа. Брилев забрал заявление. Да, я знаю. Это ты? Спасибо тебе. Ты кто уезжаешь? А знаешь... Я без тебя никуда не поеду. Ты что, дурак? Ты же премьер-лига. Ну и что? Попадешь в сборную. Отец станет заслуженным тренером. Ну и ты же на Луну уезжаешь. Это Ростов. Я буду приезжать к тебе. Ну или ты ко мне. Я очень сильно тебя люблю. Я тебя очень-очень люблю.